Винта. В эфире очередной выпуск Flight TV. Народной программы для всех влюбленных в небо. В студии, как всегда, Александр Швыдкин. Здравствуйте. Дорогие военные, нынешние и бывшие. Все равно, потому что бывших военных не бывает. Поздравляю вас с 23 февраля, Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Мы служили, служим и будем служить. В советское время этот вид топлива, а именно Б-91/115, использовался повсеместно. Возвращаемся к качественному. ДОСАФ России запретили использовать автомобильный бензин в авиационных двигателях. Над моим домом очень много летало самолетов, современных. Всегда вот в небо я смотрел, причем самолеты достаточно низко летали. И вот это мне как-то привлекало, как-то интерес. Укротитель истребителей и дети. Детский клуб «Авиатор» провел встречу с летчиком-испытателем Сергеем Богданом. Новости авиации. Крупнейший производитель легких гражданских вертолетов американская компания Robinson Helicopter анонсировала новую двухместную модель R-44 Cadet. За базовую основу для новой модификации был взят R-44 Raven 1, у которого убрали задние сиденья и переоборудовали кормовую часть под багажное отделение, оставив прежний фюзеляж и двигатель. Максимальный взлетный вес кадета – 1000 кг, что почти на 100 кг меньше, чем у Raven. Начальная цена новой модификации, оснащенной стандартным оборудованием, – $339 000 США, что на 40 тысяч меньше, чем начальная версия R-44 Raven. В Москве в центральном здании ДОСАФ открылась организованная Центральным аэроклубом имени Чкалова выставка детского творчества. Традиционное для советских и перестроечных лет мероприятие возобновилось после 8-летнего перерыва. Свои поделки представили дети сотрудников Центрального аэроклуба в возрасте от 5 до 10 лет. И по заверениям родителей, все работы дети делали самостоятельно. Посмотреть на них подробнее и проголосовать за понравившиеся можно на сайте нашего партнера aviator.guru. Кстати, такие конкурсы – хорошая традиция, которые могут взять на заметку и частные аэроклубы. Ассоциация вертолетной индустрии проводит 9-й международный фотоконкурс «Красота винтокрылых машин». Конкурс традиционно является открытым. Еженедельно посетители сайта helicopter.su голосуют за фотографии в номинациях «Вертолет-труженик», «Вертолет-солдат», «Вертолет-спортсмен», «Вертолет и природа». Награждение победителей и лауреатов фотоконкурса состоится на выставке «Heli Russia» в субботу 21 мая в 13 часов. Победители конкурса получат призы от Ассоциации вертолетной индустрии, спонсоров и партнеров. Отправлять свои фотографии могут все желающие. У популярной рок-группы Iron Maiden появился новый спецборд – Boeing 747-400, ранее эксплуатировавшийся в Air France. Зарегистрированный на исландскую компанию Air Atlanta Icelandic, он перекрашен в ливрею Iron Maiden для мирового тура этого года. Как и предыдущий самолет группы Boeing 757, он получил наименование Air Force One, созвучно с самолетом американского президента и по имени талисмана группы – Монстра Эда. За его перемещениями можно следить на флайт-радаре по бортовому номеру Tango Foxtrot Alpha Alpha Kilo. Основной пилот Air Force One, солист Iron Maiden Брюс Диккенсон, с детства увлекался авиацией и еще в начале 90-х годов получил лицензию пилота. По его собственным словам, он не пошел на авиационную специальность в университет, потому что плохо знал физику и математику. Однако, когда лицензию частного пилота получил ударник Iron Maiden Нико МакБрейн, Диккенсон тоже записался на курсы. После получения допуска частного пилота он летал на Cessna 421, используя его как личный транспорт во время гастролей, а потом получил лицензию коммерческого пилота, освоив правое кресло Boeing 757, и даже работал несколько лет линейным пилотом в компании British World Airlines. После воссоединения с Iron Maiden Диккенсон лично управляет самолетом группы в гастрольных турах. Его позывной в этом туре – Атланта 666. Кроме музыкальной и летной деятельности, 4 года назад Брюс основал сервисную компанию Cardiff Aviation Limited, занимающуюся восстановлением и лизингом подержанных самолетов, а также подготовкой пилотов. Споттером на заметку. В рамках мирового турне у Iron Maiden 25 июня запланирован концерт в Москве, так что стоит ожидать появления Air Force One в одном из московских аэропортов. Бензин B-91-115 допущен к применению с двигателями Lycoming.
Авиационный бензин B91 от компании «Эрвин». Качество, проверенное десятилетиями. Региональные отделения и авиационные организации ДОСАФ России получили письмо за подписью директора департамента авиации Валерия Ретунского, в котором он, ссылаясь на распоряжение председателя ДОСАФ России, запрещает эксплуатацию авиационных двигателей воздушных судов на автомобильном бензине. Новость для досафовцев прозвучала как гром среди ясного неба. У многих сделан запас автомобильного бензина, а теперь необходимо срочно искать поставщиков авиационного бензина, да и привыкли уже за 15 лет к автомобильному топливу. Топливо автомобильное, которое уже достаточно долгое время использовалось в нашей работе, но не проявило себя должным образом, да, как мы это ожидали. Хотя по заявленным параметрам вроде как все должно было идти хорошо. Также мы имеем ряд очень пренеприятных случаев, в том числе и с летальным исходом. И наше руководство приняло решение этот вид топлива запретить в эксплуатации. Причины столь внезапного устного распоряжения председателя ДОСАФ Александра Колмакова не раскрываются. Однако в частных разговорах знакомые ситуации говорят, что последней каплей стала авиакатастрофа под Орском, где 6 февраля разбился Ан-2, выполнявший облет нефтепровода «Салават-Орск». Инциденты и катастрофы, связанные с некачественным автобензином, происходят ежегодно. Сказывается нестабильное и порой откровенно низкое качество АИ-95. Да, автобензин был конкурентным преимуществом ДОСАФ в тендерах на выполнение авиаработ, позволяя предлагать более дешевый летный час на тендерах и возможность летать там, где авиабензина нет физически. Но техника тоже имеет свой ресурс. И как выяснилось практическим путем, за годы эксплуатации экономия при использовании автобензина приводит в итоге к в разы более частым ремонтам авиадвигателей. В нашей организации в свое время мы эксплуатировали самолет Ан-2 на хозрасчетных работах. И действительно, скажем, за период работы самолета Ан-2 на автомобильном бензине мы имели ряд проблем. Вот. По сути дела, два нештатных ремонта мы имели. Поэтому, если бы мы летали, конечно, на B-91/115, просто я уверен, что этого бы не было. Авиационной техники в ДОСАФ с каждым сезоном становится меньше, ресурс оставшийся дорожает. Как всем известно, авиапарк ДОСАФ не пополняется уже много лет, и в данный момент у 118 аэроклубов числится почти 1300 летательных аппаратов, из них только около 300 в летной годности, с ресурсами и календарями. Ремонт авиатехники требует серьезных вложений, и сейчас в руководстве ДОСАФ ожидают, что после перехода на правильный авиационный бензин существенно уменьшится количество ремонтных работ по авиационным двигателям. И, что тоже немаловажно, повысится уверенность инженерного и летного состава. Двигатели, используемых в ДОСАФ Ан-2, Як-18Т, Як-52 и Вильк, спроектированы под применение B-91/115. В советское время этот вид топлива, а именно B-91/115, использовалось повсеместно. В век, скажем так, падения нашей экономики, многие решили, что переход на автомобильный бензин будет, в общем-то, правильным решением. Но оказалось не совсем так. Сейчас всех волнует вопрос, не перестанет ли ДОСАФ вообще летать. Найдут ли средства на авиационный бензин? Ведь АИ-95 стоит 35-40 рублей за литр. Авиационный бензин в 3 раза дороже, от 100 до 120 рублей за литр. Нет, не перестанет. Не забываем, что стоимость летного часа складывалась из трех равнозначных прежде величин – 30% на топливо, 30% на ресурс и 30% на оплату персонала. И есть ожидание, что трехкратный рост стоимости топлива нивелируется как минимум двукратным снижением ремонтов авиадвигателей. И подорожание услуг ДОСАФ в итоге будет несущественным, особенно в самой распространенной сфере парашютных прыжков, так как парашютист использует воздушное судно 15-20 минут, а безопасность должна возрасти. Безопасность превыше всего. Мы как бы нацелены именно на это. Вот, по сути дела, простой расчет дает понимание, насколько все стало дороже. Но жизнь человеческая значительно дороже. В
В России на данный момент продается только польский B-91 в компании Erwin, которая поставляет в Россию всем давно знакомый и хорошо себя зарекомендовавший авиабензин. Уверяют, что без проблем могут увеличить поставки авиабензина в любой регион России. В рамках общего снижения экономической активности и уже произошедшего снижения количества авиационных работ, точных цифр, какие объемы авиационного топлива потребуются, у руководства пока нет. Но летать в 3 раза меньше ДОСАФ не станет. Рынок авиационных работ и так находится уже на дне. Я думаю, что все будет так же практически, ну, там 5-10% снижения желающих, это особо не сыграет большой роли. Мы, на самом деле, таких серьезных заказов практически не имеем. Мы находимся в стадии самовыживания. Что же касается основной уставной цели добровольного общества – содействия армии и флоту, то и здесь изменений также не предвидится. Возрастающий год от года бюджет Минобороны и военно-космических сил, в частности, никак не сказывается на авиационных направлениях ДОСАФ. И, к сожалению, изменений здесь не ожидается. Мы стремимся сделать массовыми наши вот эти авиационные направления, но пока не получается с экономической точки зрения. Отсутствие авиационной техники должной, все хотели быть космонавтами, летчиками. Сейчас, к сожалению, такого нет. Сейчас мы даже во дворе не видим ребят, особо играющих там в футбол, гоняющими. Все в основном сидят за компьютерами, что очень печально. Будем надеяться, что и эта ситуация изменится, и в атмосфере всеобщего патриотизма от слов о необходимости работы с молодежью перейдут и к делу, пусть и не сразу. Но появится в ДОСАФ и новая техника, и новые курсанты. Евгений Максимов, Владимир Шульман, Игнат Соловей, Flight TV. Дорогие авиаторы, сердечно поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Желаю вам счастья, здоровья, долголетия и всех благ вашим близким и родным. Детский клуб «Авиатор» постоянно проводит интересные встречи для своих курсантов. В 26-м выпуске мы рассказывали о встрече со Светланой Копаниной. А на днях в гости к ребятам с Виблова приехал летчик-испытатель Сергей Богдан. Больше 2 часов герой России рассказывал о себе, о своей любви к небу и о работе летчика-испытателя. Встречу с ребятами Сергей Богдан начал с рассказа о своем детстве. Ведь когда-то он, как и юные курсанты клуба «Авиатор», тоже был мальчишкой, смотрящим в небо. Детство будущего летчика проходило в подмосковном Воскресенске, где летает на испытаниях новая техника. Ведь город как раз расположен на посадочном курсе аэродрома «Раменский». Над моим домом очень много летало самолетов современных. Ну, всегда там летают современные для своего времени самолеты. То есть и истребители, и тяжелые самолеты, и так далее, и тому подобное. Всегда вот в небо я смотрел, причем самолеты достаточно низко летали, и вот это меня как-то вот привлекало, как-то интерес. Путь в авиацию не был простым и легким. Приходилось много учиться, работать над собой. И если с успеваемостью в школе не было проблем, Сергей окончил 10 класс с золотой медалью, то вот в плане физической формы дела обстояли иначе. В 9 классе, или в 8, наверное, я на перекладе не мог подтянуться ни одного раза вот толком. Так что-то висел, как сарделька, болтался. Ну а потом вот все-таки как-то мне стало стыдно, задался вопросом, нужно, в общем-то, стараться. И начал как-то вот тянуться, прилагать вот какие-то усилия. Через «не могу», там пол разика, потом 3/4 разика. Самое главное вот, пытаться что-то сделать. И потом вот просто вот мальчишкам скажу, что в принципе за месяц можно начать подтягиваться, ну, допустим, 12 раз. Ребята с интересом слушали жизненный опыт Сергея, ведь личный пример такого человека, пожалуй, лучше учебников и наставлений старшего поколения. Что такое профотбор? Как удалось поступить в школу летчиков-испытателей, которую, кстати, он также окончил с отличием? Вопросов было очень и очень много. Однако фамилия Богдан большинству из присутствующих знакома из репортажей об испытаниях новых военных самолетов, а в частности самолета ПАК-ФА-Т-50. Поэтому Сергей Леонидович охотно отвечал на вопросы юных авиаторов об этой машине. Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, сокращенно ПАК-ФА-Т-50. Российский многоцелевой истребитель 5-го поколения, разрабатываемый подразделением Объединенной авиастроительной корпорации ОКБ «Сухого». Самолет разрабатывается для замены в российских ВВС истребителя Су-27. Первый полет самолет совершил 29 января 2010 года. Пилотировал воздушное судно Сергей Богдан. Серийное производство самолета должно начаться в 2016 году. Серийные поставки ПАК-ФА в войска, как ожидается, начнутся в 2017 году. Всего военные должны до 2020 года получить 55 истребителей 5-го поколения. Т-50
Т-50 совсем не единственный истребитель, поставленный на крыло Сергеем Богданом. В этом списке испытания палубных истребителей Су-33, Су-35 Баренцева моря, разные модификации самолета МиГ-29. Работа летчика-испытателя, по словам Сергея Леонидовича, интересная, но очень ответственная. Когда происходит подъем первого самолета, видишь, сколько там труда людей задействовано. Вот, допустим, я вам могу сказать, что вот самолет, он, как и ребенок, рождается где-то в течение 9 месяцев. То есть непрерывно, значит, самолет делают, на нем много людей работает. Вот, скажем, крайние примерно 4 месяца, 3-4 месяца, вот самолет, и на нем постоянно, круглосуточно, скажем так, от 20 до 50 человек на этом небольшом самолете. И график расписан по минутам. Вот сейчас один человек работает, потом он это освобождает место для другого человека и так далее и тому подобное. Люди даже в туалет не могут отойти, потому что строгая очередность есть. То есть он тогда задержит процесс для другого человека. И вот когда видишь, что вот в течение нескольких месяцев на этом самолете работают люди, то понимаешь, вот какая-то ответственность. И вот, скажем так, вот когда первые, значит, пробежки у меня были, первый подъем на Комсомольском заводе, когда смотришь, и вот куда глаз хватает, кругом люди. То есть люди всех цехов выходят, значит, все очень переживают. То есть труд десятков тысяч людей. И они очень надеются, что все будет хорошо. За наиболее интересные вопросы Сергей Леонидович награждал ребят сувенирами. Благодаря таким вопросам мы узнали, что в свободное от работы время летчик увлекается не самолетами, а хоккеем. Что, впрочем, неудивительно, ведь Воскресенск – это родина легендарного химика. Однако Flight TV – программа об авиации общего назначения, поэтому мы спросили, как Сергей относится к легкомоторным самолетам. Оказалось, что на такой технике вообще не летает, и самым маленьким самолетом в его опыте был Л-29 в учебном центре. Еще он достаточно серьезно тренировался на Су-29. Однако, как пилот любого воздушного судна, свой первый самостоятельный вылет Сергей Леонидович помнит до сих пор. Назад оглядываешься, а там уже нет инструктора. И здорово, чувство такое эйфории, приятно. Ну, конечно, все эти действия уже отработаны, не раз ты с инструктором летал, а тут убеждаешься, оказывается, я сам лечу, вот я управляю этой машиной. Летчики бывают разные, гражданские, военные, пилоты-любители. Кто знает, может быть, эти ребята выберут авиацию своей стезей. И здорово, что в клубе авиаторов им представляется возможность пообщаться с самыми разными пилотами, самыми лучшими из лучших. В старой загадке про собаку и хвост, с точки зрения некоторых агрегатов, именно хвост вертит собакой. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Без комментариев» тяжелая жизнь вертолетной лопасти, которая всю свою небесную карьеру вертит вертолетом. А я с вами прощаюсь. Ставьте нам лайки в Фейсбуке и заходите на наш канал в Ютубе. В студии был Александр Швыдкин. Увидимся.